может, удастся починить подъемник. Наверху же должен быть выход. Погоди, может, я смогу? Так, ладно. Можно подать питание на пульт управления? Что за... Пойду посмотрю. Эй, нас атакуют! У нас тут стрела. Есть! Черт. И что теперь? Это пригодится. Неужели это часть затерянного города? Чуть не попалась. В этой фреске пророк проповедует в Константинополе. Какая красота! О, нет! Похоже, Анна была права насчет затерянного города. Источник должен быть где-то здесь. Похоже, эту стену... Ah!
потери! Прикрой меня!
должно получиться. Это должно быть бессмертный пророк. А это изображение исхода его народа из сирийской пустыни. Они поселились в тайной долине и построили великий город. Китиш. Для защиты города и его жителей пророк создал армию воинов. Что тут изображено? В руках явно не святой источник, что-то еще, что-то другое. Ну что? И его воины создали для него атлас, чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами. Карта города. Она укажет путь к святому источнику. Странно, как тут еще все не рухнуло. Даже повреждения не могут скрыть мастерство.
А ну, стоять! Спокойно, спокойно. Ты же знаешь, я не строицей. Чего нам тебе верить? Я бежала с одним из ваших. Его зовут Яков. И где он теперь? Мы шли вместе, но в шахтах разошлись. Она убила его! Нет! Нет, нет, нет! Яков никогда не доверял чужеземцам. Прошу, слушай, я вам не враг. Я говорила, тебе следовало уйти. Софья! Довольно! Отец! Я уж думала, ты погиб. Я рад, что тебе удалось выбраться. А Софью прости, она осторожная. На ее месте я поступила бы так же. Что тебе удалось выяснить? Сюда идет вся армия Троицы. Надо готовиться. А она? Она мой друг. И находится под моей защитой. Развалины. Затерянный город Пророка должен быть рядом. Пойдем. У нас мало времени. Запаситесь оружием и займите укрепление. Ступайте, давайте! Они скоро придут. Но у нас мало людей. Дети и старики особо уязвимы. Иди. Отведи их в катакомбы. Зажигайте костры. Предупредите жителей долины. Невероятно. Софья, собери бойцов и приходи ко мне в верхнюю деревню. Только не исчезай снова, отец. Дело не в проворот. Будь у нас время. Потом. Я помогу, чем смогу. Ты иди к старой рации, запусти генератор. Надо передать последнее сообщение, оповестить другие поселения о происходящем. Делаю, что смогу. Вы двое. Мне нужны наблюдатели за долиной. Идите к утесам, следите оттуда. Как только увидите вертолеты, сразу сообщите. Да, конечно. Если что-нибудь увидим, дадим сигнал. Ступайте с Богом. Привет. Их ни в коем случае нельзя пускать к башне Акрополя. Семьи мы отошлем в катакомбы, но врага надо будет удерживать здесь, на этой стороне долины. Софья и ее воины уже сражались с захватчиками. Она говорит, что снаряжение у них хорошее. Мне нужны еще дрова. Большинство бревен ушло на починку сторожевых башен. Придется обойтись тем, что есть. Если им нужны наконечники, то мне нужны еще дрова. Я уже нарубила кучу дров. И не знаю, сколько времени у тебя будет на ковку. Пусть наконечники делать быстрее, чем дров. Я тут сказал, что они придут, но так и не отправились прекрасно. Теперь еще один раз. Сделаю, что смогу. Мне не хватит гвоздей. Гвозди можно надергать из старых кирок. Наконечник для стрел готовится на время. Но можно лучше пусть гвозди закрыть. Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлениями. Труд на общее благо – отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать.
Похоже, сюда нагрянет троица. Скорее всего, нападут с воздуха. Яков собирает бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики спрячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать, действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не истекут кровью. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры, предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа – выживание. Соберите как можно больше патронов и припасов. Спрячьте все в пещерах и руинах. Когда закончите работу, встречаемся в верхней деревне. Все ясно? Да. Понял. Отлично. Идите. Да поможет вам пророк. Привет. Привет. Новые наконечники для стрел туповаты. Лара, может, подсобишь? Наши бойцы рассредоточились по всей долине. Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Сделаю, что смогу. Как огонь загорится, они сообразят, что делать.
Ищи Балара. Наши люди предупреждены. Теперь у них будет время отступить. Приходи в верхнюю деревню. Я собираю там бойцов. Хорошо. Святой источник! Говори! Стой! Оставь их, не надо! Где он? Стойте! Стойте! Есть карта! Атлас! Он укажет путь! Ладно, говори, что там за атлас! Ah!
Мы отходим. Возвращаемся в мирную жизнь. На нас напали местные. С ними Крофт. Есть потери. Кто погиб, кто бежал. Надо было ее убить. Твоих успехов особо незаметно. Возможно, ей удастся то, что не по силам тебе. Мне все по силам. Того и гляди, вмешается троица. А ты знаешь, что это значит. Я для них никто. Моя жизнь им безразлична. Мне нужна сила источника. И ты ее получишь. Не теряй веру, Анна. Такова Божья воля. Наш успех неизбежен. Пожалуйста, найди его. Мое время на исходе. Я так далеко зашел. Так много вынес. Эти преграды, что ты воздвиг на моем пути. Грехи, что заставил меня совершить на то... Должна быть причина. Только ты можешь показать мне путь. Даруй мне силу идти дальше ради нее, ради тебя, ради Троицы. Прошу. Укажи мне путь. Что ж, значит, кровь. Прости. Мне жаль, что так случилось. Это наш путь. Наш долг. Он никогда не был легким. Я понимаю, что значит терять близких. Троица ведь не остановится. Вряд ли. Силы у них достаточно. А Атлас? Это древняя карта старого города. Но в башне ее нет. Многие из наших живут в тех развалинах. Они будут не готовы к нападению. Я могу им помочь, Яков. Ты сделаешь это ради нас? Или ради своей цели? Сейчас это одно и то же. Я вернусь с подкреплением после того, как закончу с ранеными. Да. Мне бинты нужны. Что? Яков, нам сильно досталось. Мы разбиты, и нам некого отправить в Акрополь. Я знаю. Я присмотрю за ранеными здесь. Надо им найти убежище. Потом соберем тех, кто еще может воевать. Я до сих пор не вижу. Софья, все расплывается. Этого следовало ожидать после удара по голове. Но... Я же по праву гонца. Что сказал врач? Еле-еле. Тогда вся надежда на Софью. Яков отослал ее вперед. Замри. Я пытаюсь, но... Постараюсь найти что-нибудь, что для меня будет. Но не обещаю.
Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Яков, тут разгром, и твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе.
Что нам будем делать с пленниками? Избавься от них! Не стреляйте! Рассредоточиться и прочесать территорию. Убить всех, кто еще шевелится. И по возможности работайте ножами. Берегите патроны. Укрытие! На нас напали! В укрытие! Погоди, эти ублюдки хитрые. Поди понаставили тут ловушек. Не боись, я убью все, что движется. Просто не торопись и будь на стрельбе. Понимал, что я не шучу. Он тебя понял. Если тошнит, отвернись к стене. Нас атакуют! Хожу! Замечу враг! Ублюдки. Развяжи меня.
Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло. Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. С тобой все будет в порядке. Я в порядке. Ничего со мной не будет. Помоги остальным. Тихо, тихо. Просто дыши. Мы отведем вас в безопасное место. Только держитесь. Должен быть способ выбраться отсюда. Скоро все закончится. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Там нас не достанут. Что-то вроде оружейного склада. Должно спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Разобрать слова очень тяжело. С вертолетом. Попробуй как-нибудь привлечь их внимание. Предоставьте это мне. Я справлюсь.